каждый человек достоин того, чтобы его любили просто так. Просто за то, что он рядом. Просто за то, что он есть. Но так в любви нет смысла. Нет логического объяснения тому, почему люди любят друг друга. Любовь бессмысленна. Но мы должны любить, иначе любовь погибнет, и мы будем одиноки. Тогда человечество исчезнет. Любовь – это лучшее, что у нас есть. Это ужасно банально, но это правда. Дождались мы этого дня, где-то на днях еще, казалось бы, что был маленьким, бегал, игрались, дрались. Но сегодня я вижу перед своими глазами взрослого, мужественного, сильного мужчину. Сегодня вы создаете свою семью. Сегодня ты приобретаешь не только супругу, но и верного друга. Поэтому будьте всегда вместе. В жизни бывают и радости, и горести, и трудности. Если вы будете держаться рука об руку, вы пройдете все. Сохраните свою любовь, свою, не знаю, отношения свои. Несите это все до конца. До конца своей жизни будьте вместе. Оправдайте возлагаемые на вас надежды, надежды, возлагаемые родителей с ваших родственников. Сегодня, я надеюсь, я приобретаю не только невестку Долли, но и младшую сестру, которую мне как не подарила мама. Так что, Аленка, надеюсь, я буду для тебя не заловкой, а старшей сестрой. Я старалась всегда быть с тобой рядом. Я старалась давать тебе правильные советы. Но сегодня ты уже вырос. Сегодня ты уже взрослый мужчина. Поэтому будьте вместе, будьте счастливы. Держите, храните то, что вы сегодня создаете.
control. There's nothing I can do. Вот и настал этот день. Сынок, становишься ты на самостоятельный путь. Когда-то и мы прошли с твоей мамой этот путь. Пройдите этот путь достойно, радуя нас. Принесите побольше радости нам, внуков, от вас ждем. Хорошей семейной жизни вам. От всей души желаем мы. Будьте счастливы. Радуйте друг друга. Уважайте друг друга. Путь вам, дорогие мои. Обнимите. Счастливой дороги вам, мои хорошие. Ну что, дети мои, что я могу пожелать? Конечно, пожелать хочется очень много. В душе много чего было сказать, и сегодня я простеряла все слова. Самое главное – любите друг друга, уважайте друг друга, старайтесь услышать друг друга и понять. Счастья вам, мира в вашем доме, чтобы вы прожили и не пожалели, чтобы выбрали друг друга, чтобы по жизни вы прошли долгий, счастливый путь. Уважайте родителей, нас. Уважайте всех своих близких, родных. Пусть в вашей жизни будет много хороших людей, друзей верных. И по жизни, чтобы вы рука об руку прошли так, как бы вам бы этого хотелось, как бы вам себе пожелали. Да, чтобы ваши все мечты, все ваши планы, чтобы все оно сбылось. Зеленой вам дороги. Жизнь, конечно, тяжелая, трудная, но вы держитесь друг за друга, все будет у вас хорошо. Очень на это надеюсь и желаю вам счастья. Моя доченька, будь счастлива. Сынок, не обижай, такую красивую розу тебе подарили сегодня. Цени ее. Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait. Да, я поздравляю вас, женитьбой, живите счастливо. И самое главное – взаимопонимание. В любой семье соглашаться с друг другом, не обижаться на каждой мелочи. Самое главное – вот это в жизни. Поздравляю я вас, дети. Дочка, ты все видела свою молодость. Я тебя очень люблю, мама. Чтобы у вас было еще самое лучшее. То, что трудности уже остались сзади, Али. Чтобы ты берег мою умницу. И будьте счастливы. Все, чтобы от вас зависит. Уже твоя семья, мама, вот это, чтобы ты могла их понимать, чтобы они тебе. Аминочка, родная, Али тоже, ты тоже уже в нашей семье, получается, у вас своя новая ячейка. С днем рождения, это ваша новая семья, новое возрождение. Самое главное – счастье вам. Это самое главное, чтобы вы друг друга понимали. Я надеюсь, Али, ты будешь опорой, и она будет за твоей спиной замужем, за спиной твоей, как бы, сильное плечо. Аминка, тебе счастья, здоровья, здоровых детей вам. Самое главное, мы будем рады слышать детский смех в нашем доме. Ну и чтобы всегда у вас было понимание друг друга. Прислушивайтесь к мнению всегда, находите общий язык. Терпение, Аминка, хорошо? Твое терпение будет создавать уют дома. Очаг будет тепло, всегда научись ждать, уступать мужу. Это самое главное. Ну и счастья вам. Идем.
give you everything. Wanna give you everything. Oh, not gonna wait until you're gone. Cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? Can't you see that I'm naked? Бракосочетание Омарова Али Руслановича и Магомедовой Амины Юсуповны. Дорогие друзья, сегодня вы приглашены на красивый праздник, день рождения новой семьи. И вы все станете свидетелями такого прекрасного события. Уважаемые молодожены, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Ведь сегодня вы вступаете в брак и создаете семью. Вы становитесь самыми дорогими и близкими людьми. Вы становитесь мужем и женой. Со свадьбой у вас начинаются новые события. Любовь, забота, семья и рождение ваших детей. Идти по дороге жизни вдвоем, рядом с любимым человеком, это большая удача. А радоваться каждому дню, каждому часу, проведенному вместе, это великое счастье. Любовь, уважение, доброта, верность, умение понять и простить – вот спутники счастливой семейной жизни. А если в вашей семье Олег и Амина будут они всегда рядом, то через много лет оберегать друг друга, быть надежными друзьями, верить в успехи, разделять мечты и только друг друга верить в свой дом, в свою защиту, в свой очаг. Уважаемые Олег и Алина, готовы ли вы со всей ответственностью относиться к семейному союзу? Является ли ваше решение создать семью искренним и добровольным? Я прошу ответить вас, Олег. Да. Прошу ответить, Алина. Да. Ваше взаимное согласие, которое выразили вы в присутствии родных и близких, you promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting. В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной актовой записи за номером 222 от 27 августа 2021 года, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужа и жену. Уважаемые Олег и Амина, хочу попросить вас в суете своей повседневной жизни не забывайте про своих родителей, которые вырастили вас и воспитали достойными людьми. Будьте внимательны, любите, уважайте своих родных и близких.
Включая ваш первый совместный государственный документ свидетельства о заключении брака, я искренне поздравляю вас с этим чудесным событием и хочу пожелать вам, чтобы ваш дом был всегда наполнен светом, теплом, любовью и нежностью, чтобы лучшим советчиком было сердце, а лучшим помощником взаимопонимание, уважение и терпение. И тогда ваш союз будет долгим, крепким и счастливым. Для создания семьи достаточно полюбви, а для сохранения нужно научиться терпеть, прощать и понимать. Пусть Всевышний вознаградит вас маленькими детьми, чтобы они радовали вас, как вы своих родителей. Пусть многое у вас сложится, как вы сами того захотите. Я вручаю ваш первый совместный государственный документ свидетельства о заключении брака вам, Али, как главе семьи. Я поздравляю вас с вашим отметом. Чтоб не убежал. И 100 тысяч рублей, да? А ты мой дом, мой свет, моя лилия.
ты мой друг.